Приходилось ли вам когда-либо сталкиваться с следующей ситуацией? Вы мечтаете путешествовать, снимать фильмы, покорять горы. Может быть, вы хотите открыть кафе или начать вести блог в социальных сетях. Но из внешнего мира вам будто поступают явные или скрытые сигналы. У тебя ничего не получится. Это очень опасно. Это слишком дорого. Никому это не нужно. Внутреннее желание осуществить свою мечту сохраняется, но моральных или физических сил на ее исполнение нет. И в этом нет ничего странного. Могли бы вы сейчас, смотря это видео дома, в общественном транспорте или на работе, представить, что в данный момент вас с разных ракурсов снимают сотни скрытых камер, и за всеми вашими действиями в прямом эфире наблюдают тысячи людей? Конечно, нам приятно думать, что мы находимся в центре внимания, и за нами интересно наблюдать. Да брось, кто из нас, сидя на толчке, не давал воображаемое интервью в сихэвенских новостях? Мир, в котором он живет, — фикция. На протяжении этих 30 лет над Труманом проводилась тщательно спланированная психологическая работа, цель которой — подавление его сознания и силы воли. Каждый раз, когда Труман делал что-то, что не соответствовало сценарию шоу и задумке автора, его тут же сдерживали. Когда с неба упал осветительный прибор, Труман был единственным, кто это заметил. Это событие, очевидно, удивило Трумана. Труман получает вполне логичное объяснение странному событию, хоть оно и является ложью, и желание поделиться с кем-то или разузнать о нем больше пропадает. Предрекаю, через секунду появится женщина на велосипеде, а за ней мужчина с букетом. Женщина? Букет. Труман поддается социальному давлению. При этом психологическом воздействии коллектив изменяет характер и поведение человека и приводит привычки, установки и ценности человека в соответствии с групповыми. Такое воздействие способно толкать человека на поступки, которые он не хочет совершать и которые ему не свойственны. Социальное давление при долгом воздействии способно снижать уровень индивидуальности человека, ограничивать его творческое и критическое мышление. На Трумана подобное давление оказывалось на протяжении 30 лет. Поэтому неудивительно, что первое время Труману крайне трудно перестроить свое сознание и начать действовать по-другому. Желания Трумана не совпадают с принятым в обществе поведением. Еще один психологический фактор, оказывающий воздействие на Трумана – навязанное чувство вины. Подобно Эдварду Дэниелсу, Труман испытывает чувство вины из-за смерти близкого человека. Подобное, к сожалению, случается и в жизни. В 1993 году отца Майкла Джордана, Джеймса, убили. Джордан-младший чувствовал вину за то, что в тот момент не оказался рядом с отцом. Потеря близкого человека настолько потрясла Джордана, что он решил закончить карьеру в баскетболе и перейти в бейсбол. Но через год Джордан все же вернулся в баскетбол и стал лучшей версией себя. Чувство вины не сломило его личность, хоть и заставило пошатнуться. I'm a very optimistic person to the sense that I don't look at the real bad part of it. I look that no matter what happened to my father, he's not here. Yeah. So he's passed to me. I want to look at it in a good sense. Чувство вины опасно своей иррациональностью. Оно ведет к чрезмерной самокритике и пониженной самооценке. Человек, страдающий от чувства вины, стремится удовлетворить не свои интересы, а чужие, чтобы в глазах окружающих выглядеть правильным. А в случае Трумана чувство вины разрушительно вдвойне. Ведь смерть отца была постановкой, и Труман долгое время не знал, что подставной отец остался цел и невредим, а само происшествие было имитацией погодных условий, чтобы напугать его и привязать к нему еще один инструмент психологического давления – гидрофобию, боязнь воды. Фобия – это крайне сильный и навязчивый страх перед определенным объектом, ситуацией, действием или местом, который вызывает неадекватную реакцию организма. Человек с фобией может испытывать панику даже при мысли об объекте страха. Наличие гидрофобии у Трумана ведет к когнитивному искажению, которое получило название «катастрофическое мышление». При таком искажении человек уверен в том, что с ним произойдет наихудший вариант исхода ситуации. Труман из-за гидрофобии уверен, что если он отправится в плавание, с ним обязательно произойдет то же самое, что произошло с его отцом. Этот страх долгие годы удерживает Трумана в пределах Сихэвена, так как из города можно попасть в другое место только вплавь. Катастрофическое мышление не обязательно связано с какой-либо фобией. Один из примеров катастрофического мышления может быть связан с ситуацией, когда человек получает отрицательный отзыв на свою работу и начинает думать, что это приведет к полному провалу в карьере, что он никогда не добьется успеха и все его усилия бесполезны. Это приводит к чувству беспомощности и отчаяния и может оттолкнуть человека от того, чтобы продолжать работать над своими целями. Желания, стремления и мечты героя систематически подвергаются обесцениванию. Я хочу стать первооткрывателем, как великий. Магеллан. Поздно, голубчик. Открывать уже нечего. Обесценивающие фразы звучат буквально везде. В школе, на работе, даже из телевизора. Всеми любимый фильм «Укажи мне путь домой».
Гимн размеренной жизни провинциального городка, который учит нас, что жизнь познается не в далеких странствиях, и что имеющий друзей бедствовать не будет. Подкрепляются все эти и без того разрушительные психологические манипуляции газлайтингом, ситуации, при котором человека манипулируют, чтобы заставить его сомневаться в собственном восприятии реальности, памяти и здравомыслии. В результате жертва чувствует себя неуверенно в своих суждениях. Цель газлайтинга – контролировать поведение и мышление жертвы и нарушить ее способность принимать решения, основанные на реальности. В случае Трумана газлайтинг в первую очередь связан с ситуациями, когда герой видит в повседневной жизни элементы шоу. В одном из эпизодов Труман нарушает общественный порядок и пытается проникнуть в офисное здание, несмотря на то, что охранники пытаются остановить его. Труман видит закулисье шоу. Очевидно, ему не показалось. Но когда Труман рассказывает об увиденном другу, тот пытается убедить героя, что это его выдумки, и хоть и в дружелюбной форме, но выражает недоверие и заставляет усомниться в реальности происходящего. Открывается лифт, а там нет стенок вообще. Зато есть какие-то люди. А радио, что я слушал в машине, по пути на работу, оно следило за мной, что не сделаю, все комментирует. Шоу, которое изначально задумывалось как развлечение, стало инструментом манипуляции судьбой одного беззащитного человека. Трумана установила корпорация, так как от него при рождении отказались родители из-за нежелательной беременности. Неизвестно, как сложилась бы судьба Трумана, если бы он вырос в детском доме, и в каких условиях ему пришлось бы жить. Установление корпорации для него – подарок судьбы, о котором он, впрочем, не подозревает. Но то, что ребенка бросили родители, не означает, что его жизнью можно распоряжаться другим людям. Хорошо, если бы такая ситуация была исключительно сценарной задумкой, но многие медийные личности в погоне за просмотрами поступают похожим образом, распоряжаясь судьбой других людей. Кристоф не видит в Трумане личности, он рассматривает его как свою собственность. Если Труман родился на шоу, то и умереть он тоже должен на шоу. Кристоф готов бесконечно запугивать Трумана и даже убить его, чтобы не потерять контракт с рекламодателями и утвердить свою власть. Удар молнии. Еще раз. Пугает здесь то, что Кристоф на протяжении многих лет убеждал людей в благородстве своих намерений и в том, что он никогда не нанесет Труману вреда. А это все не настоящее, сделанное для тебя. Так как зрители и Кристоф не хотели, чтобы шоу заканчивалось, Сильвию исключили из эфира. Да, наверняка в реальном мире были и противники шоу, такие как Сильвия. Но судя по рейтингам передачи, таких людей крайне мало. Большинство же считает нормальным наблюдать за страданиями человека, который хочет вырваться из золотой клетки, но не может. С этой точки зрения фильм «Шоу Трумана» больше похож не на комедийную драму, а на настоящий фильм ужасов, где в прямом эфире главному герою намеренно наносят психологическую травму. В буквальном смысле пытаются его убить и разрушают его настоящую любовь, которая могла бы сделать его счастливым. А когда шоу заканчивается, зрители, как ни в чем не бывало, переключают канал, будто все, что они увидели, не имеет никакого значения.